нашего изделия. Можно, в принципе, и необожженные изделия тоже декорировать. Глина позволяет работать с разными такими, да, материалами. Вот, мы можем ее нанести как краску. В данном случае это у нас эмаль перламутровая, золотая. Вот мне тоже нравится экспериментировать с разными цветами, потому что видите, как она садится на саму поверхность изделия, то есть уже оно преображается, видите, немножко. Сейчас я возьму серую кисточку.